Поля совхоза славная, крымская земля, трудная, но человек подарил ей воду, отдал частицу тепла своей души, и она отблагодарила его обильными урожаями. Существует это хозяйство. Для истории срока не так велик, но сколько за ним стоит событий. Сколько раз во Дворце культуры коллективу совхоза вручались переходящие красные знамена за победу в социалистическом соревновании и награды тем, кто все эти годы хранил верность родной земле, отдавал ей все свои силы, знания, опыт. Сколько раз весной и осенью добрыми словами провожали в армию односельчане 18-летних. Ребята, сегодня мы вас провожаем в армию. Даем вам кусочек нашей крымской земли. Берегите ее, как зеницу ока. Александр Григорьевич Гаврилов, директор совхоза «Славная». Ему, как никому другому, известно, каких усилий стоило поставить на ноги это многоотраслевое хозяйство. Ну, что я могу сказать о этом хозяйстве? В первый год его существования мы могли продать государству где-то в пределах 300 тонн хлеба, не больше. А ведь сейчас мы сдаем 9 тысяч тонн, отдельные годы больше, чем 9 тысяч тонн. И вот то, что я вам сегодня покажу, это большой труд всего коллектива наших тружеников. Это с их помощью, с их желанием все сделано. Трудов было вложено много. Труженики нашего совхоза любят землю, любят край. Край сложный, край тяжелый, край засушливый. Отдельные годы очень мало выпадает осадков. Но несмотря на это, мы делаем все от нас зависящее, имея достаточное количество техники, необходимой удобрений, ну и ясное дело, еще раз повторяю, людей, которые хорошо трудятся. У нас много
механизаторов династии, настоящие семейные династии. Каждый год в ряды тружеников хозяйства вливается новое поколение. Причем не просто десятиклассники, а специалисты разного профиля. Вместе с аттестатом зрелости они получают дипломы механизаторов, виноградарей, животноводов. Вера Федоровна, помните, как в песне «Учительница первая моя»? Как быстро растут дети, и как много их прошло перед моими глазами за 25 лет. Помню, приехала, посмотрела, все мне здесь не понравилось, наплакалась и думаю, уеду отсюда. А вот уже работаю 25 лет. На месте нынешнего поселка была лишь одна короткая улочка, где рос ковыль и перекати поле. Считали, что здесь и расти ничего не будет. Под школу оборудовали здание общежития. Кругом грязь была и болотная. Могли ли мы тогда представить, что будут иметь наши дети? Развитию личности здесь уделяют большое внимание. Совхозный народный хор гастролировал и в Киеве, и в Москве, принимал участие в международном фольклорном фестивале в Будапеште. Позаботились и о малышах, построили детский городок и назвали его «Солнышко». Но главная забота – они, подростки. Им предстоит продолжить дело отцов, растить хлеб, собирать урожай, приумножать богатство родной земли. Завтра каждый из них начнет самостоятельную жизнь. Какой она будет? Мы даем направление нашим выпускникам в различные училища, другое какое-то, мы не ограничиваем. Мы посылаем куда угодно, будут возвращаться к нам, уже имея специальность. Да если даже не вернутся, какая разница? Где-то они будут трудиться, в других каких-то учреждениях. Это все равно мы государство, нам делиться тут нечем. Во-первых, я вырос здесь, Александр Григорьевич. С маленького бегал, с родным стал совхоз. Получил специальность шофера, техника очень увлекла, понравилась мне эта специальность. Ушел в армию, там тоже получилось по специальности. Ну, а пришел, как-то никуда не тянуло. Хотелось домой, опять наше славное. Молодежь, которая ходит в город учиться, она все равно придет сюда. Получит специальность, придет. Родные места притянут сюда. Навыки механизации изучил в школе. И захотел более полно узнать сам процесс механизации сельского хозяйства. Я пошел в институт, окончил его. И сейчас работаю механиком отделения. Ну что, город меня не тянет совсем. Потому что городская жизнь – это совсем другое, чем сельская. Все-таки в селе каждый день открываешь что-то новое для себя. А в городе, мне кажется, одно и то же.
Ну, может, горожанам это кажется совсем по-иному. Ну, когда, например, горожане приезжают в совхоз, то им кажется все одно и то же здесь. Деревня, ферма. Ну, а для меня это совсем другое. Это хорошее настроение, говорю. В поезд чувствуется свежий воздух, родной воздух. Я вам прямо откровенно скажу, я очень доволен своей молодежью. Правда, она, наша молодежь какая-то стеснительная, какая-то до некоторой степени, какая-то у них такая скованность есть вот, поведение. Но когда уже идут на работу, то это не уступает никакому даже нашему опытному, старому механизатору. Александр Григорьевич верит в молодежь, потому что сам в молодые годы взялся за нелегкое дело, возглавил тогда очень отсталое хозяйство. Потомственный сельский друженик, он родился на Рязанской земле. Война оторвала его от родного очага. После увольнения в запас, офицер Черноморского флота Гаврилов направляется на партийную работу, поднимать сельское хозяйство Крыма. К боевым наградам прибавились и трудовые, орден Ленина, трудового красного знамени, Октябрьской революции. Теперь привык к степным просторам, а в память о Рязанской земле посадил за околицей березовую рощу. Спросите его, в чем секрет высокой стабильности славы? И он наверняка ответит – в людях. А люди совхоза всегда на переднем крае. Решили усвоить новую форму работы по коллективному подряду, и бригада Ивана Ивановича Дегтева осуществила ее на практике. Подряд это каждый человек заставляет работать все лучше. Это мы сами все сеем, обрабатываем, пашем, ремонтируем. Ребята, это знатные. Но, ну, спрошу, кто относится. Ну, есть и молодые, есть и пожилые. Ну, что нам получается? Если посеешь плохо, значит, урожай по нам будет падать. Раз урожай упадет, то и наша зарплата упадет. Ну, пускай мы получаем по 120 рублей, по 150 рублей. Ну, а в конце года, там, может, зарплата будет. Мы скажем, могу выйти. Там по 360 рублей. Бригадная форма организации труда гарантировала животноводству достаток и разнообразие кормов, несмотря на то, что прошедший год был не из легких. Совхоз «Славная» – постоянный участник ВДНХ СССР. И это тоже благодаря людям. Таким как доярка Вера Яковлевна Медведчук, которая не раз награждалась золотыми медалями выставки. Регина Олеизовна Котова, бригадир животноводческой фермы. Совхоз специализируется по выращиванию племенных телят и занимает ведущее место в районном агропромышленном объединении. Анатолий Иванович Сушко был когда-то главным инженером этого хозяйства. Сегодня, как председатель РАПО, он здесь частый гость. Районное агропромышленное объединение создано недавно. Будем говорить, оно делает первые успехи, первые шаги в своей работе. Но уже конкретные успехи намечены. Я, допустим, приехал в совхоз «Славный» не просто так посмотреть, а по конкретному делу. Районное объединение интересует состояние дел по воспроизводству дойного стада. Совхоз «Славный» специализированное наше хозяйство. Оно производит для хозяйств района нетелей. Это будущее дойное стадо наше. Они примерно каждый год продают хозяйствам района 3000 голов нетелей. Трудно даже представить, что каких-то 25 лет назад вместо зеленого моря виноградников здесь простиралась выжженная солнцем степь. Мария Терентьевна Чуприна — главные винограды. Мы спросили ее, как она начинала. Как все. Все, что приходилось, то и делала. Хлеб сеяли, виноград садили, сад садили. Животноводством занималась вместе со всеми. Тяжелые были годы. На животноводстве сложная была такая обстановка. Кормить животных нечем было. Приходилось и солому старую возить и кормить. И без воды сидели, как все, и без света. Машин никаких не было, все было вручную. Четверть века назад приехала она в совхоз по комсомольской путевке.
Все эти годы работала и училась, получила высшее образование, и сейчас под ее опекой 600 гектаров виноградников и 110 гектаров фруктовых садов. За самоотверженный труд Марии Терентьевне Чуприне было присвоено звание Героя социалистического труда. Ну, я считаю, что это, ну, оно, звание Героя соцтруда, оно не мое, а именно всего того коллектива, где я работаю. Иначе бы я одна этого бы, конечно, не добилась. И считаю, что, конечно, в бригаде какой-то должен быть руководитель, организатор. Но один организатор, какой бы он ни был, он не станет героем. Вот какие люди живут в открытой всем ветрам крымской степи в совхозе «Славная». Они любят свою землю, и она щедро благодарит их за заботу и ласку. Они умеют радоваться нелегким победам и воздавать должное тем, кто составляет славу и гордость совхоза. Главное, 25 лет. У него все впереди, как и у этих ребят, получивших в наследство согретую теплом человеческих рук благодарную крымскую землю. Oh, my God.
хотят посмотреть хорошо в ладошку. Наверх в третью позицию ручка пошла. И полетели вниз, аккуратненько вниз. Так, поднимаемся, поднимаемся. Заглянули в ладошечку. Вторая. Раз. Полупальчики наверх, ролевые пошли. Посмотреть ладошечку. И вниз, красиво все вместе, вместе. Пяточки, Маша, опусти, не поднимай пяточки. Thank you.
Рассказ о воинской службе мы начнем с крымского совхоза «Славное». Праздником урожая по обычаю завершается в советской стране уборочная страда. Подводят итоги года земледельцы, чествуют лучших из лучших. Александр Самокиш всю эту жатву, последнюю перед призывом в армию, работал вместе с отцом, Николаем Афанасьевичем Самокишем, лучшим механизатором совхоза. И вот пришло время 18-летним юношам уходить на воинскую службу. Такова почетная обязанность советских граждан. Когда настал этот день, вся династия сельских тружеников Самокишей собралась на проводы Александра. Я, это как будто я еду. Служить надо хорошо, потому как это долг. Долг. Это должны он служить. Он и ребятами поделись. Почетный долг. Правильно. Почетный долг. Дед Александра погиб, защищая родную землю во время Великой Отечественной войны. Отслужил в армии его отец. Служит брат Михаил. Настало время выполнить свой долг перед Родиной и Александром. Уходит в армию еще одно поколение советской молодежи, чтобы продолжить славные боевые традиции своих отцов и дедов. Ребята, сегодня мы вас провожаем в армию. Даем вам кусочек нашей крымской земли. Берегите ее, как зеницу ока. Отслужите 2 года и вернуться сюда, на эту же родину. Дорогой ценой мы заплатили за мир на нашей земле. Нет в советской стране такого города или селения, где бы не отдавали долг памяти солдатскому подвигу. Должна повториться. Поэтому уходят в армию сыновья и внуки тех, кто в суровые годы Великой Отечественной войны героически сражались с фашистскими захватчиками. Заботясь о защите советского государства, мы оснащаем наши вооруженные силы всем им, поскольку остается опасность возникновения военного конфликта, не достигнуто полное и всеобщее разоружение. Именно поэтому в Советской Конституции сохраняется статья «Защита социалистического отечества есть священный долг каждого гражданина СССР». Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик,
вступаю в ряды вооруженных сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином. С военной присяги начинается рождение солдата. Я всегда готов по приказу советского правительства выступить на защиту моей родины, Союза Советских Социалистических Республик. Каждый год весной и осенью приходит в армию новое пополнение юношей из разных концов Союза Советских Социалистических Республик. Александр Бурцев вырос, учился и работал в крымском совхозе «Славное» на берегу Черного моря, а служит на Северном флоте. После принятия присяги он был направлен на боевой корабль. Флотские будни – это и изучение воинских уставов, и строевые занятия на берегу, и, как говорят на флоте, приборка. Но главное – освоение морских специальностей под руководством опытных командиров. Земляк Бурцева Сергей Бринюк уже стал классным специалистом. За успехи в боевой и политической подготовке ему присвоено звание старшины второй статьи. Выход в море, проверка знаний и проба сил молодых моряков. Станцию до цели номер один. И станцию до цели номер один. 25 кабельтов. Второй 200. Трист. Дистанцию до цели номер один. Есть, пожалуйста, по этому правду на базу. Есть. Второй 200. 25, 104. Имею твердо разъем шестерка. Дистанция 30 кабельтов. Идет параллельно курсу. Рулевой 2 градуса вправо по компасу. Курс 210. В походе Александр Бурцев на практике понял, что такое морские походы, боевые стрельбы и ракетные пуски. После выполнения кораблем поставленной учебной задачи, когда командиры боевых частей подводили итоги выхода в море, Александр написал домой. Дорогие папа и мама, служба у меня идет хорошо. Настроение тоже хорошее. Могу сказать, что уже успел познакомиться со всеми уголками корабля. Море очень быстро сближает людей. И я рад, что со мной служат ребята, на которых можно положиться во всем. Пишите, как живете вы, как идут дела в совхозе, что нового. Таких писем в совхоз «Славное» приходит много. Где только не служат их односельчане. На севере и юге, на западе и востоке. И ни на один день не прерывается связь воинов с родным селом. Как правило, отслужив в армии, солдаты возвращаются в отчий дом. У Александра Григорьевича Гаврилова сложилась судьба несколько по-иному. Родился он на Рязанской земле. Воевал и служил на Черноморском флоте. Был офицером, ушел в запас, да так и остался в Крыму. И вот уже 20 лет возглавляет совхоз «Славное». Опыт работы с людьми
высокая организованность, деловитость, все, что приобрел Александр Григорьевич за время службы на флоте, пригодилось ему как руководителю крупного многоотраслевого хозяйства. А воинскую эстафету отца принял его сын Андрей. Для южанина, привыкшего к теплому, мягкому климату Крыма, Сибирь с ее необозримыми просторами и трескучими морозами открыла много нового. На занятиях по физической подготовке пришлось Андрею осваивать новый для него вид спорта – лыжи. И пусть сильны сибирские морозы, солдат привыкает ко всему. В короткие часы досуга воины могут посидеть за шахматной доской, написать письма родным и близким. Главным в солдатской службе Андрея Гаврилова были напряженные занятия в учебных классах и авиационных мастерских. Постепенно накапливались у Андрея необходимые знания, помогавшие быстро и эффективно проводить обслуживание боевой техники. То, чему научился солдат за долгие месяцы воинской службы, проверяется в ходе общевойсковых учений. Солдат учится военному делу, чтобы дать достойный отпор любому агрессору, который осмелился бы посягнуть на нашу социалистическую отчизну. Нет для советского народа ничего более дорогого, чем мир на земле. Заботой о мире проникнута вся внешнеполитическая деятельность советского государства. Армия наша плоть от плоти народная, и в народе черпает она свою силу. Проходит время воинской службы, и снова к мирному труду возвращается солдат. После демобилизации вернулся домой в совхоз «Славное» Федор Котов. Многое дает служба в армии, но главное учит еще больше любить и беречь землю, на которой мы живем.